Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Первое, что хочется отметить, это вот то, что бросается в глаза, вы называете себя добрым человеком. Который, ну, делает что-то для других людей, для своих близких, вот, но при этом вы пишете, в общем-то, прямо, что я хочу угодить, то есть я стараюсь угодить. Видите ли, одно исключает другое. То есть доброта человека не предполагает угодливость, а угодливость не предполагает доброты. Потому что доброта — это что-то лично мое. Вам не понравится то, что я скажу, но в плане доброты больше ближе к доброте ваша мама, поведение вашей мамы. Хотя оно тоже, как сказал мой коллега Кудряшов Игорь Леонидович, ответ которого, я думаю, является лучшим, ваша модель поведения типична для всей вашей семьи. Но поведение вашей мамы, которая не пытается вам угодить, оно более ближе к доброте. Потому что доброта — это не когда я пытаюсь угодить тебе, а когда я делаю для тебя то, что могу. Вот. Это первое. Второе. То есть это вопрос о том, является ли ваша доброта вашим естественным состоянием. Вот это вот, я скажу не очень красивое слово, добрость. Является ли ваша добрость естественным состоянием? Если вы пытаетесь угодить. А вот если вы, например, перестанете пытаться угодить, если вам перестанет казаться важным, например, угождать людям, вот что будет тогда? И что в таком случае будет? Это вопрос. Следующее. Если я пытаюсь тебе угодить, то, первое, я ставлю тебя выше себя. Второе, я делаю что-то через силу. То есть я делаю что-то, превозмогая себя. Ну, ключевой момент здесь в том, что если я себя превозмогаю, то у меня появляются некоторые ожидания. От тебя. И если у меня появляются некоторые ожидания от тебя, то мое поведение, к сожалению, уже нельзя назвать естественным. Потому что, когда я чего-то от тебя жду, я неестественен. Я нахожусь в ожидании. Я нахожусь в ожидании того, что ты сделаешь для меня то, чего я от тебя жду. И вот вы, коли выстраиваете свою модель взаимодействия с людьми по принципу угождаемости, да, по принципу угодливости, то есть вы угождаете сами, вы хотите, чтобы угождали вам,
одно взаимоисключает другое, и вместе это исключает доброту. Потому что, повторюсь, угодливость — это не доброта. А доброта — это не угодливость. Как видится мне, ваша ситуация в целом. Ну, ваши близкие приучили вас, что вы хорошие только если они довольны. Близкие, я имею в виду. Вот. А дальше. А если их довольство зависит от вас, то это возможность вами манипулировать. А значит, если то получается, что вы не свободны. И вот вы ощущаете себя как в клетке, вы ощущаете обиды, потому что ваши ожидания не оправдываются, а делать что-то для себя вы не можете, потому что вы привыкли к тому, что когда делаешь что-то для себя, то ваши близкие не удовлетворены, ваши близкие, условно говоря, недовольны и давят на чувство вины. Опять же, как сказал мой коллега Кудряшов Игорь Леонидович. Вот такой момент. Понимаете, ваше желание, чтобы вам угодили, оно естественно. И ваши обиды тоже естественно. Ну вот это все состояние, это вся история, она естественна. Я не говорю, я не пытаюсь обесценивать то, что вы ощущаете. Но я говорю немножечко о другом. Я говорю о том, как вы относитесь к себе. А к себе вы относитесь, мягко говоря, не очень хорошо. К себе вы относитесь, мягко говоря, обесценивающе. К себе вы относитесь с точки зрения несправедливости. То есть, что с вами обращаются несправедливо. А это чувство несправедливости обращения к вам является отличным подспорьем для того, чтобы вы снова и снова ждали от других людей реализации ваших ожиданий, чтобы вы снова и снова ждали, что люди возьмут и сделают то, что вы хотите. А они не делают, потому что если они сделают, вероятнее всего,
им кажется, что они будут себя обесценивать. Но другие, сейчас не все вы, это могут делать спокойно. Такой вот момент. Неприятный момент, но, тем не менее, момент. Что еще можно сказать, что в этой ситуации вам делать? Ну, для начала, конечно, нужно как мне думается, да, нужно работать с обидами, потому что там обиды достаточно сильно вам мешают, вот, не позволяют вам быть естественным, не позволяют вам быть собой, не позволяют вам действовать спонтанно. Собственно, по вопросу дня рождения, того, что вы не хотите праздновать свой день рождения, я думаю, ситуация складывается таким образом, что не хотите вы его праздновать, из-за ощущения, что все равно ваши ожидания от этого не оправдаются. Ваши ожидания, то, чего вы хотите, не оправдаются. Так зачем себя лишний раз дразнить, зачем себя лишний раз мучить? Можно просто не праздновать этот день рождения, не сталкиваться с этим соблазном. Да? Получается. Еще один важный момент заключается в том, что вы склонны решать за других людей. Что это значит? Ну, просто говоря, если проще просто говорить, это отрицание права выбора человека. Например, ваша мама выбрала вам помочь деньгами. Это, безусловно, хороший поступок. То она выбрала вам помочь деньгами. Но вы говорите, что я не хочу ее просить о подарке, потому что она для меня и так уже сделала другое дело. Этим самым вы лишаете свою маму права выбора. Вы как бы говорите, нет, мама, ты не будешь решать. Я за тебя решаю, а ты решать не будешь. Ничего. Ну, это, мягко говоря, не совсем уважительная позиция по отношению к вашим родителям. И самое главное, по отношению к вам самой. Ну, потому что это обесценивает. Вот. Так что здесь, на мой взгляд, работать нужно в этих направлениях. С тем, что называется рэкетными чувствами
и с тем, что называется интроекция. Интроекция — это когда человек полностью принимает какие-то идеи, какие-то взгляды, какую-то точку зрения, совершенно не критикуя ее, скажем так, совершенно не подвергая эту позицию определенной здоровой критики, которая, вообще-то говоря, очень и очень нужна. То есть сначала мы приняли, что вы должны угождать, а потом вы ждете, что угождать будут вам. При этом вы не подвергаете сомнению тот факт, что вы должны угождать. Если я не буду угождать, то, наверное, я останусь одна. Но это я так думаю, я не говорю, что это вот прям 100% правда. Вот, но в данном случае это одна из гипотез, что вами движет страх. Но вместе с тем понятно, что движет еще и достаточно сильно неудовлетворенность. Обиды, которые у вас есть, прорабатывается. То есть это не сказать, чтобы так сложно. Вопрос заключается в том, хотите ли вы этого. То есть, хотите ли вы с этим работать? Хотите? Нужно ли вам это? Это очень важная тема. Потому что ваш вопрос, что делать в этой ситуации, он звучит несколько бесцельно, что делать, чтобы что. Да, далее вы говорите, я хочу, чтобы до них дошло, что я человек с своими желаниями. Нет. Вам самой нужно поверить в то, что вы человек со своими желаниями. И уже тогда поверят и другие. Но не так, как вы хотите, а настолько, насколько это возможно для них. Ведь вы сейчас можете позволить себе требовать что-то от других, только если вы сделали что-то сам для других, угодили им.
А про угодливость я уже говорю. Что делать прямо сейчас, это снижать то, что вы делаете для других людей, до уровня отсутствия ожиданий. Это освободит некоторый ресурс для дальнейшей работы. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего самого доброго, удачи. Надеюсь, что ситуация будет разрешена.